Здорово, пацаны! Мы сейчас движемся в разлив, там, где Ленин прятался от полицейских, жандармов. И вот у нас даже есть живой Ленин там. Все, мы идем это увидеть своими глазами. Пройдемте. Сергей, куда мы сейчас идем? В данный момент, товарищи, мы находимся в музее-заповеднике «Сестрорецкий разлив». Это то есть то самое место, где Ленин скрывался от полиции, да? Именно так, от царской полиции, и совсем скоро мы окажемся у его шалаша. Товарищ Ленин, обернитесь сюда. Вы здесь спрятались? Да. Отростки к вам приходил? Приходил. А что вы там делали? Дубасили или бухали? Или мухоморы ели? Товарищ Дзержинский, а вы тоже? Личный телохранитель Ленина. Я понял вас, Сергей. Обратите внимание на меня. Я здесь. Вас радует это место, я так понимаю. Конечно, здесь же меня принимали пионеры. Что, серьезно, что ли? Правда, что ли? А что, здесь раньше возили? Возили. Нас принимали в пионеры возле кудрявого Володи маленького. Нет, у нас принимали на «Авроре», в музее блокады Ленинграда, на площади и у шалаша у Ленина. Сергей, скажите, пожалуйста, а что это такое вообще? Это же озеро Разлив. Так это и есть оно? Это озеро Разлив. Ну-ка, давайте пройдемте тут. Пройдемте, конечно. Блин, очень похоже на Кёниг, такая же фигня. Только сзади еловый лес. Прикольно. Вот он, Юнтовский заповедник, он говорящий, называется, с той стороны. Вот, ага. Маленькое озеро. Блин, так это озеро, да? Да, а потом оно впадает в Финский залив, вот там через... Ты хочешь мне сказать, что это пресное озеро? Да, конечно. А Финский залив же, он же соленый. Он соленый, начинается от Приморска. А здесь он тоже пресный, потому что питается водой от Невы. Ага. А более-менее соль на вкус можно вот в районе Приморска уже почувствовать. Владимир Ильич, я слышал, вы там грибами баловались какими-то. Было дело. Да? Да. Ну а как грибки-то? Хороши? Грибки хорошо заходят. По грибки. Хорошо заходят. Да. Братан, слышишь, ты видел? Памятник тебе поставили. Он Иуда нарисовал. Все как полагается. Чем сценарем, блядь. Похож. А похож вообще. Страшный бой. Спросим, дай-ка. Дай-ка, человек. О, мой вождь! Я думал, вот здесь вот уже. Вот мы и пришли. Люблю тебя, капец. Володь. Да-да, я вас слушаю, чувак. Ты дал памятник, тебе поставили. Ты хоть сам-то себя помнишь-то? Местами. На Финском вокзале припоминаешь хоть что-нибудь? Вот, идем к моему дому. Ага, понял. К дому. Сейчас теперь к дому идем. Братва, Ильич говорит, домой ко мне. Пойдем, говорит, ко мне. Наткнулся ко мне. На хату. Да. На хату зовет. Идем к Ильичу на хату. Ну, веди, братан, тогда уже. Верной дорогой идем, товарищ. Верной идем дорогой, товарищи. Лукич сказал, верной дорогой идем, товарищи. Сейчас мы подходим, пацаны, к шалашу Ленина. Да, да, мы идем. Здесь раньше жил Владимир Ильич. Там накуривался. Грибки кушал. Не знаю, чем ты там еще занимался. Там. Веди нас, братан. А мы тут все за тобой. Правильной же дорогой идем, пацаны. Давайте похлопаем. Дом. Милый дом. Бабу помнишь свою? Баба, да. Я уже... Ты помнишь, как ты с ней в Шушинском отжигал? Помнишь, да? Да, было вот. Дело, было. В Швейцарии, говорят, Швейцарии. Тоже был. Тоже было. Тоже был, да? Ребята, мы
находимся в Санкт-Петербурге, возле шалаша Ленина. Здесь такой офигенный исторический комплекс. Вот, обратите внимание, офигенная башка Ленина. Большая. Большая. Наш Ленин гораздо меньше, но такой же человек. Рьяный, резкий, мощный и надежный. И большое спасибо хочу сказать, парни, зайдите в кадр. Сергей, Миша, если бы не эти товарищи, никогда бы мы в жизни бы не попали бы сюда. И могла огромное спасибо и благодарность. Спасибо. Ура!